Хотя, может, где-нибудь подальше надо еще встать на якорь. Это Зарях уже на перетеке. Бульк. Ну, я так по чуть-чуть подтормаживать буду. Хочется это место обкидать поплотнее. А на перекате я хрен знаю, как там его выцепить. Надо вообще вставать за километр. Что-то не летит ни хрена, глюбка. Что там в той рядом не слышу? Что надо покидать? Убирать все села, чтобы не было. Почему? Почему я фрикшан не затяну? Что-то мелко. Шнур какой-то маленький, походу. Шнур. Давай. Крути свечку. Что, блин, поводком тебе, братиш. Оба! Это жерех. Ребята, вот такой шнур грамм на 300 опять завязался сам. Суицидники, блин. Ну, короче, первый шнур. Давай, чувак. Чтоб все у тебя было хорошо. Все, давай тут минут 5, да. Потом куда тут? Что, есть блеснуть? Я на блесну какую-то, чтоб как можно дальше сидеть. Я взял с собой одну, догдам тебе. Потому что надо как можно дальше вставать от него. Ладно, сейчас джипка, как обычно, сработал. Только что-то, блин, маленький снуд. Это были трава. Блин, зря конечно, бля. Такого не поймать, он слишком умный, бля. Есть? Угу. О, давай, 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 Надюлька, красавица моя. Так, как обычно, Надя открывает счет у нас. Да. Так, давай, я прикрою. Шучка. Нормально. Отлично. Так, да, что у тебя? Подтянуть, значит. Так, отпустите чуть-чуть. Вот. Крэк, джек, как обычно. Так, вот такой шнур. Вот на такой воблер крэк, джек. У Нади он в лидерах. Давай, Надька, опять. Хо-хо-хо. Мы как стакисты, Федор, с тобой. Вот так вот.